бадминтоном это Токийская Олимпиада. Да, в общем, можно сказать, что определенный этап в олимпийском движении пройден. И больше интересоваться олимпийскими играми, олимпийским движением или профессиональной деятельностью спортсменов не стоит. Это пустое. Это не продвигает человека ни к каким-либо духовным ценностям, ни к физическому совершенству. Это соревнования биороботов. В этом нет никаких сомнений. И руководят всем этим люди бесчестные и совершенно нам чуждые. Зачем нам вообще интересоваться этим? Есть личные судьбы вот этих спортсменов, которые жизнь кладут на то, чтобы выиграть какую-нибудь там медальку, получить от чужой для нас власти какие-то почести, кому-то там квартиру дают, кому-то машину, кого-то в депутаты определяют. Это все в Кремле. В Кремле решается, кому какие почести и за что. Ну, скажем, вот в Древней Греции был спортивный подвиг, и там воздвигались скульптуры, которые до сих пор радуют глаз, и прославляли вот этих атлетов, которые выигрывали соревнования. Там практически каждый год было какое-то общегреческое соревнование. Не только Олимпийские игры раз в 4 года, но считались эти игры главными, потому что учреждены они еще Гераклом Идейским, такой легендарный герой, который к общеизвестному Гераклу никакого отношения не имеет. Там между ними много веков и много поколений. Вот. Да, это были соревнования между городами. Кто сумеет вырастить героя? То есть это задача была такая, прям прямая задача – вырастить героя, который получит общегреческую славу. Сейчас задача совсем другом. Сейчас задача обмануть. Да, Россия опозорилась глубочайшим образом, и поэтому в этой Олимпиаде она не принимает участие. Принимает участие Олимпийский комитет России, поэтому ни флага, ни гимна нет. И вот разные уроды говорят, да какая разница, флаг, гимн, нам главное вот что, это наши. Это не наши. Это не наши. Профессиональные спортсмены не наши. И об этом свидетельствует простой факт. За 30 лет что существует русское движение, ну, больше оно на самом деле существует, но за это время не родилось ни одного человека, который бы хоть каким-то образом участвовал в русском движении, хоть слово бы сказал в защиту русского народа. Юрий Власов был единственным за все это время, но он свои подвиги олимпийские и спортивные совершал не при этой власти, не при оккупационной русофобской власти. А так нет ни одного. Поэтому с какой стати эти люди наши? А, у них профессия такая, они политикой не интересуются, спорт вне политики. Ну, спорт-то вне политики, а вы-то вне политики. И когда вы прекращаете заниматься спортом, вы тоже вне политики. И когда вы уже состарились, вы тоже вне политики. Ну, понятно, понятно. И таких людей называют свадебные генералы. Их приглашают на всякие мероприятия, они аплодируют нынешней власти. Если что, там перед школьниками выступят, скажут, вот это у нас вот бронзовый призер чемпионата такого-то или там такой-то олимпиады. Нам-то что до этих людей? Что они могут нам сказать? Ничего, ничего. Они должны были бы совершать подвиги во имя Родины, они совершают подвиги во имя своей карьеры, во имя своего благополучия. Они борются между собой за это, за внимание русофобской власти. Или за то, чтобы превзойти всех и потом уехать за рубеж, как, скажем, в советское время Ольга Корбут уехала в Соединенные Штаты, основала там свою школу, там у нее было много почитателей. А здесь ей было мало. Вот здесь бороться за Россию и за русское, это было не ее. Самые далекие от русскости люди, это, скорее всего, спортсмены. Я думаю, вот эти профессиональные спортсмены. Ведь профессиональный спорт – это средство пропаганды здорового образа жизни, а сейчас это не здоровый образ жизни. Это пропаганда неизвестно чего, это зрелище, это вот это нездоровое боление, в особенности там, на футболе. А Олимпиада, ну что там, ну засудили, там не дали золотую медаль там, нашей гимнастке, да, дали израильтянке, которая там уронила предмет художественной гимнастики, что ну, как бы должно ее вообще снимать с пьедестала почета. Ну да, и что? А что вы ожидаете от вот этой мировой общественности? Она такая же русофобская, как и путинская власть. Так вы
там русофобию видите, а здесь русофобию не видите. Там один глаз видит, другой глаз перестал, задремал. Вот, поэтому, ну да, можно сочувствовать этой спортсменке, которая вот мечтала о золотой медали, получила серебряную, можно сочувствовать Олимпийскому комитету, но в целом это все чужое, это просто зрелище, и это усилие не во славу России, это уж точно, несомненно, именно так. Ну, какое-то там, я не знаю, там третье место, если не ошибаюсь, в последнее время не смотрел, но вроде было третье место у команды, которую направил Олимпийский комитет России на Олимпиаду. Хорошо или плохо? Да никак. Никак, потому что национального-то в Олимпийских играх больше нет. Греческие города соревновались между собой для того, чтобы была определенная конкуренция. Здесь ее нет. Здесь конкуренция только персональная. А для того, чтобы поехать на Олимпиаду, можно и отечество сменить. Случалось такое и у греков, хотя все они как бы культурно и по языку одинаковые, но вот переехал какой-нибудь герой из одного города в другой и начал выступать в той же самой дисциплине, где он победил от другого города, за другой город. Все, его скульптуры сносятся, его имя уничтожается, потому что это предательство. А сколько спортсменов переехало за рубеж, ну, совершив вот это предательство? Да, понятно, от одного оккупационного режима к чужим людям сбежать, это понятно, но это личная стратегия, и если она общая для всех спортсменов, лишь бы уехать куда-нибудь там за рубеж, и если здесь почета не получаю, поеду за рубеж, выступлю за другую страну, получу медали, там получу коврижки от того, чужого нам, чуждого режима. Какое мировоззрение должно быть у такого человека? Я поэтому вообще против профессионального спорта. Он не нужен. Это чистая коммерция, как со стороны спортсменов, так и со стороны их тренеров и тех, кто оплачивает их подготовку. Это ничто или даже вредно для воспитания национального мировоззрения. Поэтому я обращаюсь к русским людям, да не надо смотреть на все это, не надо переживать за все это. Сколько там медалей, кто получил. Может быть, это даже и неплохие люди, но это люди, это просто люди, как и все остальные люди. Ничего героического в этом нет. В личной коммерции, в попытке заработать себе на жизнь, очень хорошую жизнь, вот таким способом, превращая себя в биоробота. Ну, что же делать, да? Бывают симпатичные люди среди бизнесменов разного толка, но это не значит, что они преследуют своей деятельности общенациональные цели и прославляют страну. Какую-то пользу они, предприниматели, я имею в виду, могут приносить. А вот профессиональный спорт никакой пользы сейчас уже не приносит. Это частная личная деятельность и частные проекты, не наши, не русские. Занимайтесь сами какими-нибудь видами спорта, это хорошо. Или общей физической подготовкой. Пусть вот эта секта профессиональных спортсменов мается, мучится. Придет другой режим, придет другая власть, все будет пересмотрено. И российские соревнования, любительские соревнования будут иметь более высокий престиж, чем какие-то зарубежные вояжи и мировая слава. Нам не нужна мировая слава, нам бы со своей славой справиться. Слава Руси, Господи, спаси!